Всем привет! Предлагаю сегодня приготовить вместе со мной вкуснейший пирог с яблоками, который делается достаточно просто, а получается очень и очень вкусным. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Разбиваем емкость 3 яйца. Сюда же добавляем 150 грамм сахара. Все хорошенечко перемешиваем. Сюда же вливаем 80 грамм растопленного сливочного масла, охлажденного. Перемешиваем. Сюда же выливаем 200 миллилитров молока и также перемешиваем. Здесь 300 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя. Немножечко перемешиваем. Просеиваем муку. Перемешиваем. Тесто получается вот такой вот консистенции. Нарезаем яблоки. Яблоки подготовлены, смешиваем их с тестом. Перемешиваем. Перемешали яблоки с тестом. Яблоки я брала 3 штуки. Теперь берем емкость, немного растительного масла, смазываем. Выливаем сюда наше тесто, распределяем по всей поверхности равномерно и ставим в разогретую заранее духовку до 180 градусов на 30-35 минут. Пирог готов. Посыпаем сверху сахарной пудрой. Получается такой пирожочек очень и очень вкусным. Делается, согласитесь, он достаточно просто. Всем приятного аппетита!